Друзья, с вами программа «Жизнь. Призвание», и у нас сегодня очень интересный разговор, общение о таких глобальных вещах, которые имеют отношение к нашей с вами жизни. Кому-то они могут показаться абстрактными, но на самом деле они имеют к нам самое прямое отношение. У нас сегодня в гостях человек, который посвятил свою жизнь науке, изучению творения, изучению биологии, химии. Игорь Михайлович Савич, я рада вас приветствовать. Но что важно и почему мы в программе «Жизнь. Призвание»? Потому что ваш путь ученого, ваш путь исследователя привел вас в конечном итоге в сообщество ваших друзей-единомышленников. Вы образовали такую научно-творческую и деятельную группу ученых, объединенных одной глобальной идеей, идеей просвещения современного общества с точки зрения христианских, библейских ценностей, обобщения научных данных о разумном сотворении мира. Вы являетесь директором фонда «Конкордия», что означает «согласие». И я думаю, что слово «согласие» оно обозначает не только ваше согласие друг с другом, но в первую очередь согласие с замыслом Творца. Игорь Савич – биолог, директор просветительского фонда «Конкордия». Ученый, призванный нести людям весть об истинности доктрины сотворения и других библейских истинах. Преподавал основы креационизма, философские аспекты апологетики. Имеет большой опыт научной, исследовательской и общественной деятельности. Автор более 130 научных трудов и изобретений. Слово «согласие» и «конкордия», оно, конечно, имеет широкое значение. И, в принципе, одно из возможных вариантов его толкования, конечно, это согласие, согласованность с той картиной мира, которая наблюдается сейчас. И мы согласны, что эта картина мира, она не возникла случайно путем каких-то странных изменений, хаоса, но эта картина мира, она была создана нашим Богом, нашим Творцом. Это его разумный замысел, где мы сейчас находимся. И, в общем-то, это является истиной, с моей точки зрения, научной истиной, потому что ее трудно опровергнуть, если мы будем последовательно рассматривать все этапы развития нашей системы, где мы живем, и все те научные факты и законы, которые доступны для нас сейчас. Сейчас мне бы хотелось прямо в начале разговора отметить то, что есть две противоположных, глобально две противоположных, их можно назвать более... как бы обозначить более широкий, мировоззрение, да, мировоззрение. Более широкий спектр точек зрения, но генерально, да, есть, наверное, две глобальных. Одна отрицающая разумный замысел, творение, бытия человека, а другая религиозная, скажем, она подразумевает, конечно, как бы присутствие богов, Бога, Создателя. Мы, находясь в христианском поле, в русскоязычном поле, где православие более 1000 лет является вот составной частью нашей культуры, тем не менее соотносим себя, скорее всего, вот с христианской точки зрения, а по личному выбору мы и являемся христианами с вами, и я рада, что мы можем говорить об этом как единомышленники. В вас особенно, понимать друг друга, да? Да, вас особенно ценно именно то, что вы являетесь как раз представителем, с одной стороны, вот той еще советской школы ученых, которые изначально были заинтересованы в чистой науке, но тем не менее ваши интеллектуальные познания и исследования, они не вошли в конфликт с вашей верой и даже наоборот помогли вам синтезировать, наверное, эти знания и увидеть жизнь с более глубокой стороны. Вот как вы обозначили бы как раз вот немного свой личный путь и путь ваших друзей, которые с вами вот в фонде «Конкордия» трудятся, издавая книги, исследования проводя? Ну, я бы сказал, что это можно назвать одним словом – синергизм. Синергизм. Угу. Синергизм – это такое понятие, которое включает в себе, когда соединяется два или несколько каких-то источников и явлений, ну или людей, но дают они гораздо больше в конечном итоге. То есть это один плюс один получается больше, чем два. Да, и да. Там гораздо больше. И поэтому я думаю, синергизм в данном отношении
нужно рассматривать глобально. Это, с одной стороны, человек, который что-то делает в своей жизни, и, с другой стороны, это Бог, Творец, который помогает и направляет этого человека. И когда вот этот синергизм осуществляется в чьей-то жизни, то эффект получается огромный, да? Человек начинает действовать и понимать явление совершенно в другом аспекте, с другой точки зрения. И Бог ему, Святой Дух, открывает глаза на явления, которые он бы не смог понять, будучи атеистом или занимаешься просто каким-то узким направлением. Вот, мне кажется, вот эта вот помощь, с одной стороны, духовная, Святого Духа, с другой стороны, использование современных знаний, науки, которая познает этот мир, дает вот этот эффект совершенно замечательный, который помогает познать истину, ту истину, которую, так сказать, нас ведет к познанию чего-то еще более большего. Знаете, я бы хотела, наверное, попросить вас как-то отозваться вот о точке зрения. На мой взгляд, та позиция, которая придерживается исключительно атеистического взгляда ученые, она сужает действительно их возможности к познанию мира, потому что если им быть объективно честными перед собой, то наука, она представляет собой как бы экспериментально-исследовательские инструменты, то есть то, что ты можешь пощупать, то, что ты можешь попробовать на вкус, то, что ты можешь интеллектуально обозначить, каким-то образом исследовать. Таким образом, способы познания мира вводятся исключительно в область чувств и интеллекта. И таким образом, шкала координат исследования мира либо чувственная, либо интеллектуальная. Когда человек обладает верой, это открывает в нем еще дополнительное третье измерение, которое гораздо глубже, я бы сказала, может быть, можно провести параллель с интуицией, и даже ученые, они понимают, что интуитивное познание где-то, оно гораздо глубже, чем интеллектуальное, потому что способность вот к считыванию информации, она повышается в разы, и она не всегда объективная, то есть ты не знаешь, почему ты знаешь, что это так, но это так. Но это только параллель, потому что нельзя сказать, что интуиция – это именно духовное познание, это скорее вот один из, может быть, проявлений духовного познания. Духовное познание, оно дает еще третью точку координат, скажем, или третье направление, вот координат исследования. Так это или не так? Как вы для себя это полагаете? Ну, я хотел просто разъяснить вот тут пару таких вещей принципиально важных. Дело в том, что, как вы сказали правильно, существует два способа или две точки на мироустройство наше. С одной стороны, это эволюционная точка зрения, которая считает, что весь мир развивается от простого к сложному. То есть когда-то было что-то очень простое, и постепенно вот это простое путем каких-то самопроизвольных изменений преобразило в более сложную структуру, и таким образом процесс продолжался дальше, вплоть до настоящего времени. Таким образом возник вот этот сложный, такой устроенный мир, самопроизвольное такое развитие. Другая точка зрения, прямо противоположная, она постулирует о том, что этот мир был создан Творцом, создан сверхразумом, разумом, обладающим огромными интеллектуальными возможностями и какими угодно возможностями. То есть этот мир был создан совершенный, но вследствие грехопадения человека в самом начале этот мир начал деградировать постепенно. И сейчас то, что мы видим, этот мир потихоньку деградирует, то есть мы видим это и в духовном отношении, и в каком угодно. Там исчезли огромное количество животных и растений, вымерли, сейчас наш мир обеднел, и, в общем-то, большое количество болезней, человек просто задыхается от болезней. Кстати, какая сейчас индустрия самая мощно развиваемая, вы знаете? Химическая? Фармацевтическая. То есть огромное количество лекарств появляется каждый день, потому что люди нуждаются, у них истощен их генофонд, и генотип ослаблен, да, и вот эти вирусы, какие-то микроорганизмы просто атакуют нас, и химики, и фармацевты вынуждены все больше и больше обращаться к каким-то искусственно созданным молекулам, чтобы поддержать наш организм. То есть мы уже не можем справиться сами вот с тем, что нас атакует. И вот, вот эти два мировоззрения, они конфликтуют. И в данном случае, как вы сказали, те люди, которые занимаются и придерживаются эволюционного мировоззрения, их, к сожалению, большинство, они считают, что мы можем достичь чего-то сами, своими собственными усилиями,
создавая все более передовые технологии, изобретая все более и более какие-то совершенные или эффективные химические соединения, органически расшифровывая там геном человека, стараясь выявить генетические болезни и так далее. То есть вот этот вот процесс, он отвергает любое духовное вмешательство извне, человек полагается только на себя самого, на свои технологии, на свои знания, на все, что он достиг, и вот только этим он руководствуется. Понимаете? То есть я считаю, что это очень бедный и такой подход, ущербный подход. Он обесценивает всю идею творения, весь разумный замысел, который сформировал наш мир. Да? И поэтому эти люди, они идут этими путями. И... Ну, вот в науке это приводит действительно к тому, что мы видим действительно, что продукты, они теряют свою питательную способность, и опять же при помощи химии добавляется продуктам цвет, добавляется продуктам привлекательность вкусовая, но при этом их способность действительно нести ту самую пользу организму, которая была изначально, она утеряна. В итоге, опять же, химическая, фармацевтическая промышленность, человек опять работает, чтобы дать дополнительные какие-то химические вещества, дополнить эти продукты уже недостаточные. Человек начинает болеть, люди опять ищут химические вещества, чтобы как-то там сражаться с этими болезнями. Это на фоне действия человека. Мы видим, точно так же скудеют почвы, ухудшается экологическая ситуация. Но во всем в этом лежит конфликт, на самом деле, двух идеологий, двух мировоззрений, я бы сказала. Одна из них, которая является сейчас действительно главенствующей, она захватила множество умов, эволюционистская точка зрения, которая говорит о том, что из хаоса, из какого-то совершенно путанной истории, из ничего, из мертвого произошло живое, и это произошло благодаря тому, что были миллионы лет, таким образом время выступает в роли Бога, как бы, то есть вот время магическим образом оно изменило мертвые клетки камня в живые сложные организмы, вырастила таким образом. Да. Но за всем этим, за теорией эволюции, стоит определенные последствия. Почему общество, почему человечество подхватило эту теорию, на ваш взгляд? В чем опасность теории эволюции, теории дарвинизма? В том опасность, во-первых, то, что она, в общем-то, неверная теория, это первое. То есть это теория, которая вводит в заблуждение людей, и которые стремятся к каким-то ложным ценностям, которые, в принципе, может быть, не очень важны для их жизни. То есть люди, которые верят, они тоже верующие, они тоже верят, они верят просто в себя, они верят в эволюцию, они верят в некое такое самопроизвольное превращение материи, но они тоже верят, хотя они отрицают веру. На самом деле они еще, у них сильнее вера, чем у христиан, наверное, понимаете? Потому что это абсурдные вещи. Они в абсурдные вещи верят, которые противоречат законам природы, да, которые их окружают. И они верят в это, понимаете, и занимаются исследованием для того, чтобы доказать, чтобы самоутвердиться. Но дело в том, что их вера, их жизнь, она кончается после того, как они сделают последний выдох этого, в этом мире. Да? То есть для них жизнь очень короткая. Для них смерть – это является гранью, за которой все обрывается. Потом небытие, небытие, чернота. Да? Это очень ужасная теория, очень, ну как бы сказать, жестокая, да? Когда люди теряют надежду. И многие, когда подходят к пониманию этих вещей, они пугаются, и часто их сопровождают желание употреблять наркотики, чтобы освободиться от этого страха. Сильно алкогольные напитки, все что угодно, и в конечном итоге иногда даже приводит к случаям самоубийства, потому что люди просто полностью теряют ориентацию в этой жизни и не понимают, зачем вообще они пришли в этот мир и для чего они существуют. То есть когда духовная составляющая вычленяется полностью, и смысл жизни, который заложен в человека, отцом, высший смысл жизни, человек, то есть опасность теории дарвинизма или эволюционизма, атеизма, она заключается в том, что человек подобен животному. Да, да, чем живет животное? Оно живет для того, чтобы размножаться и для того, чтобы там расти, жить.
Да. И далее, какие последствия из этого, что, опять же, дарвинизм говорит, что в природе выживают сильнейшие. Вот, вот те виды, которые были лучше приспособлены, вырастили себе клыки, да, когти, они главенствуют и побеждают, да, там, травоядных и более спокойные виды. Вот они, да, там, лев, король саванны, пустыни и так далее. Да. И, соответственно, это все транслируется на человеческое сообщество. Конечно, конечно. Мы понимаем, что фашизм, отчасти он был... несмотря на то, что Гитлер, допустим, он считал себя верующим человеком, но вот эта теория сверхчеловека, человека, у которого суперспособности, больше способностей, чем у других, дала ему основание, скажем, геноциду людей, которых он считал недостойным к существованию. То же самое, по сути дела. Одни, да, виды должны контролировать других, главенствовать над ними. Да. Бог, можно сказать, таким образом был уничтожен, и человек превращается просто в тупое животное, и на него наваливаются все равно вопросы жизни, вопросы бытия. Дело в том, что фашизм и вообще вот геноцид и другие вещи, типа евгеника, например, вот наука такая есть, лженаука. Дело в том, что они постулируют то, что есть определенная элита среди людей. Вот эта элита, она достойна существования. Все остальные люди, они должны обслуживать эту элиту. В принципе, это мысль и сейчас, в общем-то, протаскивается кое-кем очень активно в СМИ и так далее. То есть считается, что есть там миллион или 100 миллионов жителей на Земле, которые достойны, которые умные, которые сильные, богатые. Все остальные люди – это просто средства, инструменты для того, чтобы эти люди могли хорошо жить. А все остальные люди, они, в принципе, ничего не значат в жизни, потому что они себя не показали, они были выбракованы в процессе естественного отбора. То есть, угу, это по эволюционной теории так и должно быть. То есть и выжили. Нормально. Да, это нормально, да. То есть убиваем 100 детей, миллионов, убиваем, да, взрослых. 100 миллионов человек живут прекрасно, все остальные должны их обслуживать. Все. Вот это вот, так сказать, последствия вот этой теории. Вы создали с вашими коллегами объединение ученых, которые занимаются просветительской деятельностью теории разумного замысла, потому что, на ваш взгляд, совершенно несправедливо теория эволюционизма и дарвинизма захватила университеты, школы, детям преподают практически без всякой альтернативы, буквально с детского сада, теорию эволюционизма, угу, которая исключает возможность для них поверить в Бога и исключает из их внимания факты, которые говорят как раз о том, что мир создан с определенной целью и у них есть смысл в жизни. Да. И вы с вашими коллегами выпускаете книги. Расскажите, пожалуйста, больше вот о тех книгах, которые написали вы и которые выпускают ваши коллеги. Ну, здесь я принес с собой несколько брошюр, книгу. Например, вот эта брошюра «Идеология дарвинизма и ее последствия». Здесь как раз вот говорится о том, о чем вы сейчас говорили, Виктория, угу, о том, что дарвинизм и эволюционизм в более широком аспекте – это учение не просто философское учение, не просто теория, которая привлекает научные силы для понимания мира, а оно несет в себе очень плохую составляющую, духовную, психологическую составляющую, которая вызывает различные недуги и болезни в нашем обществе. То есть социальные проблемы возникают, вплоть до, как я уже сказал, до самоубийства, до наркомании, нудизма, разрушение семьи, однополые, да, браки, все, да, что угодно. Все это последствия вот эволюционизма, дарвинизма. В этой брошюре небольшой я как раз это описываю, идеология дарвинизма, ее последствия. Значит, ну вот похожая тематика, может быть, написана вот в этой книжке, называется «Человек и обезьяны», «Человек и обезьяны». То есть я этой маленькой книжкой, ну, в общем, тут здесь 60-70 страниц всего, я хочу показать, что вот та теория или те идеи, которые тиражируются в учебниках по биологии, и не, mm-hmm, только для средней школы, но и в вузах, где говорится, что предками человека являются обезьяны или человека какие-то промежуточные животные, которые были после обезьяны, человек – это продукт эволюции. То есть эта теория тоже как бы идет рука об руку с эволюционизмом, и она тоже дает абсолютно негативные последствия для умов нашего подрастающего поколения, которое внушается, что человек – это просто продвинутое животное.
И ему нужно просто, чтобы быть успешным в жизни, ему нужно бороться, ему нужно... С другими, да, такими же, как он. Да, ему нужно использовать свою власть, силу, любые средства хороши. Если он успешен в своей жизни, он должен доминировать над остальными, которые должны ему поклоняться, ему помогать, а он должен идти вперед по головам своих, так сказать, товарищей и окружающих, потому что он успешен, и об этом говорится в эволюционной теории, то есть это естественный отбор тех людей, которые должны что-то сделать. И вот эта вот книга, она показывает, что на самом деле это неправильно, потому что все доводы, которые приводятся в учебниках, это надуманные доводы, их разбивает очень легко. Вот диалог между двумя философами, это Горацио и Вергилий, два философа беседуют на эти темы, как раз разбирая учебник по биологии. И, в общем-то, показано, что в конечном итоге только человек, осознающий, что он продукт Божьего творения, потому что он создан как по образу и подобию Божия, только этот человек может вполне осознать свое правильное положение в жизни, не притесняя других, которые, может быть, не так успешны и не так красноречивы, как он, и, может быть, не имеют достаточно средств для существования, но, тем не менее, он должен понимать, что как и он, так и его окружение – это все Божье творение, и нужно относиться к ним с пониманием и бережно, и помогать, если нужно, слабым, а не втаптывать их в грязь. То есть я вот думаю, что вот эта книжка, она тоже может оказаться полезным многим в этом отношении. И еще раз повторяю, что она критикует вот те позиции, которые публикуют постоянно и тиражируют в многочисленных учебниках по биологии. Ну, вот эта книжка называется «Осколки кривого зеркала». Она уже выдержала несколько изданий, несколько тысяч экземпляров этой книжки распространены уже. Это тоже книжка, которая показывает несостоятельность теории эволюции в различных аспектах. Не только в отношении человека, его происхождения, но и в отношении других понятий более узких, таких как, допустим, генетический дрейф или естественный отбор, или борьба за существование среди животного мира и так далее. То есть все доводы, которые приводятся как аксиомы, как догмы в учебниках, эта книжка очень легко разбивает, хотя, в общем-то, написана она довольно простым языком. Я думаю, что каждый человек может прочитать и увидеть, что, в общем-то, биология, так как она подается в школе, она нуждается в переработке или в очень большом осмыслении. То есть нужно критически относиться к тем выводам, которые даются как уже совершенные, то есть которые уже не требуют никаких доказательств, которые они, ну, как бы сказать, являются догмой в нашей жизни. То есть она, вот, как бы сказать, дает инструмент, ключ для того, чтобы познать, в общем-то, нашу жизнь. Ну, нашу жизнь, потому что мы живем в реальном мире, где живые существа нас окружают, и мы, в принципе, не можем без природы. Недаром же человек при первом удобном случае выезжает на дачу летом, да, поближе к природе, там, подышать свежим воздухом, понюхать цветочки, послушать птичек. Да. Для них это, для нас это потребность, потому что мы часть этого мира. Ну, такая книжка называется «Когда жили динозавры». Это такая, как бы, смешная... Популярная брошюра. Да, популярная брошюра, немножко со смешным названием и смешным рисунком. Динозавр читает Библию. Биологию. Книгу по биологии. Да, по биологии, да, по биологии, да. Ну и тут тоже есть такие рисуночки, которые иллюстрируют того... Это всегда очень интересная, забавная история. Я знаю, есть очень популярный тоже христианин и креационист, ученый, который... Тед Хованд, который создал целый парк динозавров, потому что это тоже очень ярко показывает о том, как был сотворен мир, о том, что люди и динозавры жили вместе, и это тоже действительно опровергает теорию эволюции. Я бы хотела сейчас вот упомянуть еще раз и еще раз для родителей, для всех, кто нас смотрит, о том, что эти знания, они имеют практическое приложение, говоря нам гораздо глубже, чем просто факты. Во-первых, они, конечно, нас вооружают с тем, чтобы мы не воспринимали навязываемую нам точку зрения исключительно как единственно возможную. Множество фактов, множество информации говорит о том, что мир гораздо разнообразней, гораздо глубже, интереснее и увлекательнее, чем нам говорят дарвинисты, это раз. Во-вторых, то, чтобы родители также давали своим детям
не только интеллектуальное обоснование того, что жизнь интересна, не только интеллектуальное обоснование того, что есть Творец, но чтобы они давали эмоциональное и духовное направление своим детям. И знаете, я хотела бы отметить также, моей семье очень понравился фильм «Интерстеллар». Вы смотрели его? Нет, к сожалению, не смотрел. Вот здесь хотела бы прорекламировать его. Да. Он очень интересен тем, что в сюжете человек, который оставляет своего ребенка, чтобы покорить космос, и он с группой космонавтов летят, преодолевая там тысячи, миллионы километров, они пролетают черную дыру и так далее. Но интересно то, что весь этот комплекс технологий, знаний, возможностей, он оказывается действительно настолько хрупким перед основой бытия, которой является любовь. Mm-hmm. Вот режиссеру удалось показать, что в основе бытия, за всеми вот этими видимыми явлениями, лежит любовь, которая преодолевает времена, расстояния, которая является организующей жизнь силой и смыслом. И это удивительно. И говоря в этой программе о всех информационных, учебных, технологических, научных возможностях и способностях, которые предлагает современная цивилизация, и разумный ответ верующих людей, людей, знающих, кто такой Спаситель, хочется сказать, что во всем этом и в жизни есть глубочайший уровень бытия. Этот уровень бытия основан на вере, основан на познании Творца, который есть не просто разумный Создатель, не просто сверхразум, который есть Бог, который есть сама жизнь, который есть сама любовь, святая, живая, чистая. И вот этот уровень бытия, к нему точно так же подвигает разумный замысел, познание, что у нас есть Творец, что у нашей жизни есть смысл. Спасибо вам большое, Игорь Михайлович. Мы не успели многого раскрыть в нашей программе. Может быть, мы снимем еще несколько, потому что это очень важные аспекты. Да, я думаю, можно будет углубиться немножко. Я хотел бы сказать вот нашим зрителям об информации, о том, что действительно мы буквально живем в информационном мире, и эта информация, она нас захлестывает, но она и дает нам определенный ключ к пониманию о том, кто мы есть, кто такой Творец, и как мы вообще появились в этом мире. Поэтому ну, вот последняя брошюра, которую хочу сказать, это «По вере вашей будет вам». Эта брошюра как раз говорит, перекликается с вашей последней, вот, с вашими последними высказываниями, да, о том, как действительно человеку важна вера в этой жизни. Причем вера должна быть в истинность, в некую истину, которая не является надуманной, не является ложной. Вот эта вера, которой стоит реальность. Да, которая реальность. И вот эта вера, она помогает и движет нам, понимаете? По вере вашей будет нам написано, в Священном Писании. Так что, дорогие друзья, вера – это очень важно. Спасибо большое. И эту программу мы завершаем на этой позитивной ноте, потому что вера, она совсем близко. И несмотря на весь наш интеллект, у нас есть еще сердце, у нас есть душа, у нас есть дух. И я приглашаю вас призвать в вашу жизнь того, кто вас создал, кто вас возлюбил, и кто желает, чтобы ваша жизнь была соединена с его жизнью. Он желает наполнить вашу жизнь новым смыслом, смыслом от начала до конца, желает вам дать то, что в христианстве называется благословение, больше того, отцовство. Мы все ищем потерянных родителей, потерянную связь с тем, кто нас создал для себя. Поэтому будьте благословенны, пригласите Спасителя в свою жизнь, Он совсем рядом, Он желает войти в ваше сердце. И я благодарна вам, Игорь Михайлович, за то, что общение с вами, оно в том числе создало вот эту хорошую основу для того, чтобы люди, которым может быть любопытно, как ученый может верить в Бога, которого он не видит и не может пощупать. Но это реальность. Тем не менее, живет и радуется, и ваша жизнь наполнена огромным смыслом. Спасибо. Благословит вас Господь.